Я сейчас нахожусь в ночном клубе «Беликана» на модном показе компании «Faberlic». Насколько вам нравится уже то, что вы сейчас можете видеть? Мне нравится абсолютно все. Какие эмоции, может быть? Пока еще никаких, потому что пока ничего не началось. Ну вообще, насколько формат такой вам интересен? Интересен. Эмоции вообще трудно сразу передать, потому что формат необычный. Я думаю, что этот формат имеет место быть, надо продолжать в том же духе работать. Превосходно, все превосходно. Да, шикарно. Обстановка очень вдохновляющая, так что ждем продолжения. Будет здорово. А что будут показывать, знаешь? Да. Что? Модель. Каких моделей знаешь? Тетенек. Красивых, как думаешь? Да. Расскажите, откуда вы к нам приехали, как вы добрались? На самолете добралась из Москвы. Так здорово, что на нашем мероприятии есть гости из самой столицы. Мы с Владивостока, с Приморского края. Как погода у вас в городе? У нас лучше, чем у вас, очень тепло. Приехали из города Комсомольска. Приехали с дочей. В будущем планируем вместе работать. То есть у нас есть продолжатель. Как вам нравится сегодняшнее мероприятие? Оно еще не началось, но ажиотажа уже столько. Мне оно нравится уже, да, мне нравится атмосфера. С настроением шли с очень хорошим. Надеемся увидеть все самое красивое в первую очередь. С большими ожиданиями меня привела сюда моя подруга, которая сказала, что нужно побыть, посмотреть. Так как я являюсь еще стилистом, я думаю, что-то увижу для себя, посмотрю и даже вдохновлюсь для дальнейшего своего творческого развития. Чего вы ждете от показа, который состоится буквально через несколько минут? Море покупок, море радости, море эмоций положительных. Пока ждем, не знаем пока. Я долго разглядывала каталог с одеждой от Алены Ахмадулиной, и теперь хочу посмотреть это живьем. Вы сегодня работали с нашими моделями. Как вам понравилось с ними работать? Насколько они были профессиональны? Насколько вам понравилась косметика компании Faberlic, которой вы пользовались? Мне модели тоже достаточно понравились, очень профессиональные. Косметика мне очень понравилась, очень легко ложится. И самое главное, если вы хотите получить цену и качество, это оптимальный вариант. Платье безумно красивое, я их уже увидела. Не могу не поделиться. 3 штуки себе выбрала. Итак, как вы уже поняли, Faberlic сегодня — это еще модный путеводитель, помогающий клиентам создавать полноценные образы в согласии с последними тенденциями сезона. Быть первыми и модными. Сегодня у вас будет возможность первыми увидеть эксклюзивные коллекции, совместную работу Faberlic и международно признанного российского дизайнера Алены Ахмадулиной. И сейчас вы сами сможете убедиться в моих словах. Мы начинаем! Потрясающая коллекция, потрясающий зал, очень стильно, очень красиво, здорово. Для компании это огромный шаг вперед, и мы рады, что мы перешли на новый уровень. Thank you.
Мы теперь не просто делаем наших женщин красивыми, здоровыми, мы еще их одеваем, делаем их очень модными. Поэтому с нами каждая женщина будет ярче. Ваши впечатления от показа? Понравилось вам, не понравилось? Что было интересно, что особенно запомнилось? Мне все очень понравилось. Я вообще влюблена в эту коллекцию. Три коллекции влюблена. Все очень здорово. Мне очень понравилось. Нам нужно проводить такие мероприятия. Очень было все красиво, коллекция была замечательная. Я просто испытала гордость за нашу компанию. Все здорово, замечательно, великолепно. Вы молодцы. Спасибо вам большое за такой праздник. Коллекция великолепная. Я думаю, что подойдет многим женщинам и понравится. Для себя что-то подобрали, быть может? Конечно, обязательно. Больше новых красивых коллекций хотелось бы увидеть. Да, и не только, наверное, от Алены Ахмадулина еще. Но мы знаем маленький секрет, что будет еще новая коллекция, но я не буду говорить, пока мне это вслух. Я считаю, что для женщин, тем более в такой день, как сегодня, День матери, очень хороший подарок Фаберлик сделал. И Алена Ахмадулина, в частности, тоже. Что-то для себя подобрали, может быть? Естественно, я подписалась и буду покупать. Да, пару платьев мне понравилось. Софиты, музыка, показ, модели, стройный ряд. И восхищенные глаза на подиум глядят. Лекалы точные и легкие. Жемчужинная нить лишь Ахмадулиной с руки модели оживить. Парча, батист и кружева, и мысли волшебство вершат искусство не слова, а стиль и мастерство. Тебе понравилось на сцене выступать, Алис? Да. А платья понравились? Да. А расскажи немножко, как ты тренировалась, чтобы по сцене ходить? Я тренировалась, как надо было, правильно. Спасибо тебе за то, что ты сегодня показала нам эти платья.